Уютный дом. Эргономика дома – это не только правило рабочего треугольника на кухне, которое поможет нам правильно расположить холодильник, мойку и плиту. Они должны образовать равносторонний треугольник. Легко ли на вашей кухне налить себе стакан воды, достать посуду, повернуться к графину или крану? Такие простые задачи не должны расходовать ваши силы и создавать неудобства. А сколько раз вам мешало и стукалось о другую мебель, дверь шкафа? Тоже из-за непродуманной эргономики. Как это прекратить, знает руководитель лаборатории комфортной мебели «Новацио» Ольга Новикова, человек, который учил все искусство организации и оптимизации у европейских специалистов. Уже существуют, и мы это используем, в шкафах складные двери. В сторонке, около стенки, например, она в сложенном виде не мешается. Очень удобно обзорный панорамный вид всего шкафа. То есть вы можете добраться как до доски гладильной, пылесос там же может находиться. Сами двери складываются пополам, похожие на гармошку, функционально и компактно. Это, конечно, дополнительный плюсик для того, чтобы двери не передвигать, не открывать, не закрывать. Потому что если раздвижные, часть шкафа остается в мертвой зоне. При распашных дверях они как перегородки могут мешать. Уютный дом. Если вы позаботились о своем времени, коже и настоящей чистоте посуды и купили посудомоечную машину, то скажите, почему вы продолжаете выполнять акробатические упражнения, нагибаясь за тарелками, и тянетесь с каждой вверх к сушилке или шкафу? Ведь существует сушилка нижнего монтажа. Ольга, расскажите нам, что это? Та же самая сушилка, в ней есть несколько отсеков для кружек, стаканов, тарелок, крышек и плоское дно, сетка для контейнеров и другой посуды, которая не знаешь, куда убрать. Где такая сушилка монтируется? Выдвижные ящики, кому как удобнее. В нижний придется наклониться, а ящик выше на том же уровне, как и посудомоечная машина. Уютный дом. А сколько еще таких решений, о которых мы не знаем, могли бы делать проще и приятнее наши домашние дела? Чистота на кухне теперь тоже устроена не так, как мы привыкли с детства. Мы предлагаем в модуль под мойку установить мусорное ведро, монтируемое или на фасад, или на направляющее дно, чтобы при открывании ведро сразу выезжало вперед, что удобно, например, при чистке овощей. Сразу выбросили в мусорное ведро, закрыли, не видно. И аккуратно. Крышка может сама открываться, может оставаться на месте, чтобы не мешаться, и служит как полочка, например, для мусорных пакетов. Этот вариант тоже очень заказчики любят. Тут же находится в этом модуле выдвижная корзина для моющих средств и мочалок, чтобы не копились эти груды вокруг раковины, а все было опрятно убрано и спрятано за фасадом. Если вы задумались о перестановке, вы на верном пути. А лучше всего заниматься эргономичностью дома на этапе ремонта. В салоне «Новацио» подскажут, что подойдет именно вашему пространству и вашим привычкам. Тогда даже завтрак в постели будет и приятен, и комфортен. Салон «Новацио», ТЦ «Тайм», Воровского, 77А. Больше идей для яркого, индивидуального и аккуратного дома в группе «Новацио 43» во ВКонтакте. Возрастное ограничение 16+. Уютный дом.